Первый день весны в Одинцове возрожден институт бесплатной юридической помощи для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Долгие годы до пандемии жителям помогал решать юридические вопросы квалифицированный специалист, который консультировал их на общественных началах. Долгое время я проработала с Голиковым Юрием Михайловичем, о котором очень с теплотой вспоминают. На общественных началах работал здесь у нас тогда еще в районе юристом и помогал в юридической помощи к людям, обращавшимся к нам. Поэтому вот сейчас мы хотим возродить этот институт. Свой социальный проект правовой поддержки жителей Одинцова предложила юрист более чем с 10-летним стажем, а также большим опытом волонтерской работы во время своей деятельности в молодежном парламенте. Зачастую сталкиваюсь с тем, что у людей недостаточно средств, чтобы обратиться к юристу, либо вообще элементарных знаний, куда бежать со своей проблемой. И так как я много лет занимаюсь волонтерством, благотворительностью, я бы хотела в рамках созданного мной проекта социальной поддержки, юридической поддержки жителей города Одинцова в виде благотворительности оказывать такую услугу, как бесплатная юридическая помощь. Желающие получить юридическую помощь нашлись быстро. Сразу после старта социального проекта Анна дала свою первую консультацию. Обращаться к специалисту могут физические лица по любым юридическим вопросам. Прием будет вестись по предварительной записи по понедельникам с 11 утра в офисе местного отделения партии «Единая Россия» по адресу Можайское шоссе, 151. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».